ну, по-перше, задоволені результатом? Ну, звісно, виграли перша гра. Саме головне, з побіди почали. Почали з побіди доволені всі, я думаю. Яка була установка від тренерського штабу на Геннадія Миколаївича? Вспомнить після відпуску всі ці ігрові моменти. Много нових ребят між собою, як би, взаємодіювати на полі. От, це була саме головна задача. На твою думку, вдалося це зробити? Конечно, да. Новые ребята приехали, все себя хорошо показали. И старая гвардия, все как бы для первой игры неплохо, я считаю. Конечно, моментами были какие-то ошибки, но это будем исправлять. Потом там тренерский штаб нам подскажет, как действовать. Як ти оціниш фізичну форму? Тому що так була замова перерва, хлопці тільки вийшли, перший матч. От як ти оціниш фізичну форму свою і на ту команду? Ну, мы очень много сделали вратарей прыжковой работы, тоже бегали, и ребята постоянно бегали очень много. Первый сбор такой, надо было набрать кондиции. Вот, поэтому я думаю, что эта игра была как бы не на свежести. Вот, но все в дальнейшем, оно все покажет. Сейчас, ну, как бы никто ничего не может сказать. Набираем форму потихоньку, входим. А есть какие-то, вот, еще команда зіграє там певну кількість матчів с парами партнерами. Есть вот конкретні завдання на ці матчі? Там, лише перемога, так, чи там про... Ну, в каждой игре, конечно, надо выигрывать. Это в любом случае. Это задача на каждую игру. Как бы даже задача каждого футболиста для себя – это выигрывать. Вот, ну и команды. Вот. А так, конечно, тренерский штаб под каждую игру, под каждого соперника подбирает определенную какую-то тактику и дает какие-то разные, каждый раз разные установки. Поэтому, как бы, тут... В любом случае на каждую игру по-разному, ну, как бы, разные настрои, разная, как бы, задача. Сьогодні ми не пропустили, це дуже добре. Як голкіпери, на твою думку, зіграли? Всі молодці, ми хорошо поработали, перший збор, поэтому всі довольні. Слава Богу, що так случилось. Вітаємо з перемогою. Все, спасибо. Все.